Друзья, всем привет! У меня в гостях снова Анжим. Те, кто меня смотрит давно, да, узнают. Анжим, привет! Анжим приехала в гости в первый раз, и я думала, она просто в гости приедет, а она приехала как на новоселье. Привезла подарки. Да, обязательно, а как без подарков? В Корее принято бумагу дарить туалетную на новоселье. Это бумаги, чтобы столько лет долго жили и были богатыми. Да. Чтобы прибыль, чтобы была всегда. Вот. Живите здоровы. Это и символический такой, да, подарок. Да. Обязательно в Корее дарят бумагу. И я сделала такой ночник. Своими руками. Да. Уникальная вещь в единственном экземпляре. Да. Ручная работа. В любую комнату, наверное, светлый цвет подойдет. Классно. Под любой интерьер, то есть. Ну и что тут еще? Детям, наверное, лето. Ой, как обещала, кинза. Кинза. Ага. Для это плова, для плова, шашлыка, да? Для плова. Это все, вот комплект. И в шашлык чуть-чуть класть горстку. И вот это обязательно лучше намолоть на ступке, если есть. Потому что крупно и неприятно будет, когда кушаешь. Это холодильник уберем нам. Так, вот это главное самое покажи, ты уже достала. О, да, кедровка. Что это? Сама кедровую настоечку. Из чего? Из кедровых семечек, из водки 40-градусной, потом что-то лимон, кепи. Я вот сюда положила несколько орешки. Семечек, да, кедровых орешек. Специально, классно. Ну, чтобы видно было. Прямо интересно мне попробовать, я правда бросила пить, я уже неделю не пью ничего. Я сама, если честно, не пробовала. Вчера ночью это все цедило, прошло двойную и тройную фильтрацию. Кристально чистая и очень вкусная. Даже там голова, наверное, не болит после. Не болит. И там мед есть. Ну, немножко так. Да, мы салатик делаем, мы сейчас пойдем на крышу жарить шашлычок. Так, давай я сделаю соус для... Я еще лучок не порезала сюда. Давай лук тоже нарежу. Где твой лук? Анжим делает свой фирменный соус к салату. Это соль. Потом... Масло тоже буквально чуть-чуть. Растительное масло немножко. Да, оливковое. Туда соли. И вот сейчас еще чуть-чуть сахар положим. И уксус. Получается потрясающе вкусный салат, друзья, с таким соусом. Угу. Обязательно его надо хорошенько немножко взбить. Сахара. Ну, вот тоже и немножко примерно. Уксус. Ложка один к одному. Угу. Все один к одному. Да. Венчик у меня у тебя, наверное, венчик нету. Есть сейчас. Смотрите, что у меня даже дома нашелся. Мини-венчик. А вот так. Сейчас, смотри, разлетится все. Нет? Не, не надо. И надо, чтобы он как гель был. Долго взбивать надо, да? А вот твой венчик, он крутой, он быстро забьет. Не надо было ходить. Это Софьин венчик, она чай взбивает. О, гринти. Гринти. Гринти латте делает, когда она взбивает этим венчиком. Чтобы пенка была. Ну, это она где-то купила в Дайсо, может, где-нибудь за 3 копейки. Ну, да. Там же продают всякую такую фигню. Итак, вот такой вот. Так, а что это у нас тут плавает? Не знаю. Ну, это какая-то мошка. Это короче, вот такая вот получилась. Вот такой вот соус. Пахнет уксусом. Классно уксус. Пахнет. Я люблю уксус. Я тоже. От него, кстати, худеет. Да? Все, друзья, разжигаем костерок. И приступаем к шашлыку. Я купила зонтик вчера. Классно, в Икее. Но это такой, он небольшой, маленький. Ну, в принципе, сюда, кстати, больше и не нужно. За счет вот этой штуки оно и не улетает. Да, он и вообще стоит спокойно. Да, хорошая. А то он у нас улетал, здесь надо песок в него насыпать, а у меня песка песок нет. Песок или кирпичи? Не, кирпичи туда не влезут, это специальные штуки, в которые засыпается песок. Ну, потом ты его... Хотя, что его зимой убирать не надо, да? Не, он собирается просто вот так и все. А сам зонт убирать и все. У нас тут стройка, блин, не вовремя так. Ничего не слышно, кроме этой стройки теперь, что попало. Друзья, я намариновала шашлык. Настоящий из свинины. Ой, где он? Вон он. Вот. У нас шашлык есть из свинины, из курицы, еще и говядина есть просто. Просто как стейки. Красиво, да? Угу. Может, ну, по-моему, она горит, ага. Ну что, друзья, первая порция шашлыка готова. Сейчас будем пробовать. Тут у нас салатик. Так, это мы будем жарить со стейком. Стейк потом будем жарить. Друзья, видите, я здесь посадила, у меня салат растет,
кейл, как кейл на русский, не знаю, по-моему, так и будет кейл. Это листья тоже типа салата, но только самые такие полезные. Здесь у меня огурец, помидоры две и перчик горький. В общем, посадила. Здесь у меня тоже огород. Внизу тоже огород, везде огород. Я себе на пробу налила глоточек кедровки, просто попробовать. Она легенькая. А там как пойдет? Да, легенькая, 40 градусов всего. А это так-то очень приятно пьется. Вот это-то опасно, понимаешь, что незаметно, а 40. Если водку или коньяк я вообще не могу пить, потому что она, ну... Ну вот... Не рви, используй. Просто я думаю, что надо это... Чего? Лед сюда. А лед? Льда нету. Льда нет. Ладно, как-нибудь так. Ну давай, садись. Ой. Ну давай за новоселье, за встречу, так это водичка твоя. Давай. Ну давай. За новоселье. Живите здорово, богато, счастливо. Спасибо. Люблю вашу семью и тебя. И мы вас любим. Спасибо. Обязательно ко мне потом. О? Ко мне в гости приезжай. С девчонками приезжай со своими. Угу. С мужем. Ну хотя он, наверное, не поедет. Если он поедет, я буду счастлива. Они с Пончиком хорошо друг друга понимают. Угу. Пончик — это муж. А, ну да, это мой муж. Они на одной волне прям. Какое нежное. Вот все-таки на ночь, друзья, надо. Я на ночь... 100 лет не ела шашлык. На ночь замариновала его и убрала в холодильник. А где дельник? Просто тает во рту. Очень вкусная, очень нежная. Ну все, что приятного это? Аппетита. Друзья, я замариновала еще курицу в майонезе с чесноком, с перчиком. В общем, сейчас еще будем шашлык из курицы пробовать. Этот шашлык, Анжим говорит, что он прям узбекский, прям настоящий, прям очень-очень крутой. Вот так-то, ваша слуга Оленишки. Даже шашлык умеет мариновать. За что? За что? Сильная любовь, ты еще не знаешь. Друзья, мы уже сбегали в магазинчик, купили чипсы еще, пиво. Вот возвращаемся домой. Анджим все снимает. У них-то в Сеуле нет такой красоты. Нет, в Сеуле, конечно, тоже красиво. Но у нас так спокойно. И такая вот медленная, спокойная жизнь в природе, на природе. Ручьи, цветы, деревья, горы. Конечно, в Сеуле больше суета, да? Какой? У вас, говорю, суеты больше, чем у здесь. У нас очень шумно, очень весело, там никогда спокойно не бывает. Особенно вот эти сирены. Скорая помощь, полиция и пожарная. А все режут. У нас тут такого вообще нет. И день, и ночь. Они все. Мы тут как ездят в деревне. Ой, наш светофор. Не, вот здесь воздух дышится легче. Конечно, дышится намного легче. Намного чище, намного лучше, чем у нас там. У нас там все вообще не крути, загазованность. О, здесь красивый вид с церкви. Да. Там вот озеро еще можешь наблюдать. На горе, и так прям это, и домики рядом. Такой европейский прям вид, да, скажи же, не корейский. На голландский чем-то похож. Угу. Когда у сестры в Мидельбурге была, у них тоже вот так вот. Вот так все выглядит, да? Трехэтажные домики, церквушка, костел. Угу. Ну, костел у них, правда, в центре стоял, ну, угу, в центре города. Ну, тебе красиво вообще в Голландии сильно вкатило, да? Там, да. Ну, там люди, кстати, не такие, как, сказать, в Корее. В Корее, если все улыбаются, кланяются, такие вежливые, ага, там они более такие сдержанные. Угу. Грубыми не могу назвать, но они лишний раз не улыбнутся. Ага. Все такие при себе. При себе? Да. Друзья, посмотрите на эту красоту. Анджим коллекционирует кукол. И расскажи немножко про своих кукол. В общем, это мои куклы. Они полностью виниловые.
Вот эта кукла Пенни, она от производства как фирмы Роберт Тоннер. Может, вы знаете, кто увлекается куклами, вот есть такой Тоннер. Угу. Он именно создает кукол. Очень тут давно. Еще какая-то малютка есть. Да, 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 есть еще такие куклы. Это я привезла всего несколько штук сюда, чтобы, ну, Ольга сняла видео, показала вам, что я чем увлекаюсь. Но у меня дома еще очень много кукол осталось. Я их могу снять вам в будущем, mm-hmm. если вы захотите увидеть мою всю коллекцию. Подписывайтесь на меня. Подписывайтесь, да, я канал, ссылочку оставлю в описании. Да, заходите ко мне на канал. Я, если вам интересно, у Ольги в комментариях, пожалуйста, напишите, что вам интересно. Я обязательно сниму влог только про своих кукол. Вот это тоже кукла Роберта Тоннера. Это Пенни. Куклы, вот видите, она в национальном костюме, испанский, я mm-hmm. так поняла. У нее кванджоль, ой, господи, как же это по-русски? Сгибаются коленки. На шарнирах. Да, шарнирная, вот. У нее сгибаются коленки, это в национальном испанском костюме. Кукла тоже тоновая. В принципе, не обязательно ее сгибать, можно поставить. Это кукла 10 инчи. Что это значит? Ну, 10 инчи это в сантиметрах. А, сантиметра? Сантиметров, да? Примерно, я так знаю. Ну, ты знаешь, у нее вот как бы, ну, кукольное лицо. Да. А вот у этих прям человеческое. Вот эта кукла, она мадам Александра. Она полностью кванджоль, то есть полностью шарнирная. То есть вот здесь у нее, ну, запястье. Она прям как живая. А логотки, коленки, все сгибается. Блин, такая красивая. Да, и вот этот вот наряд, который у нее был, я ее купила на eBay. Она была полностью нуд, то есть без одежды, голенькая. Это ты я шила? Я ей шила, да, вот такие вот. Расскажи про свои штанишки. Это мое хобби. Хобби, да. Шитье. Да, я люблю шить, мне очень нравится. Ты не только любишь, ты это делаешь по-супер, как профессионально и... Я, да, я шью, мне это нравится. Да. Шила ей штанишки, шила ей вот такие вот тапочки. Тапочки тоже сама сшила? Да, конечно. Вот они. Вот эти тапочки шила ей, потому что она была полностью голенькая, без ничего. Чтобы не видно было этих шарниров, я сделала удлиненные штанишки чуть-чуть. Угу. Как бриджики. И платье шила. Платье полностью все снимается, жилетка тоже. Такое ощущение, что она прям в этом и продавалась. Ну, потому что я по кукле шила. Если кому интересно, напишите в комментариях. Я обязательно сниму как мастер-классы, как я шью эти... Одежда для кукол, да? Да, для кукол. Угу. Как снять мерки и... Посмотрите как, просто, какое, блин. Как все это шить. Какое качество, какое мастерство, капец. Да, каждые детали здесь... Это все можно стирать, снимать, она полностью все съемная. Эти, даже заколочку я сделала. Класс. Видите, она маленькая, из ленточек. Потому что с заколочкой... Она смотрит на тебя, такая тынц, голову повернула. Блин, такая классная, не могу. В общем, вот это платье я шила, а вот это платье было на было на ней, да? Да, это она так продавалась, это Пенни, тоже моя красавица, кореглазка, а это голубоглазка. Так, не падать. Заметили, у нее голубые глаза. Да, я сразу заметила, она мне прям вот импонирует больше всех. Кукла мадам Александр полностью виниловая, еще есть у меня ее подружка. Что такое виниловая, расскажи. Это такой пластик специальный, как бы, из, я не знаю, как его, честно, этот виниловый, это пластик, который не желтеет, не темнеет, и из них делают кукол, да? Да. Хороших качественных. Да, качественных, виниловый немножко это. Но они куклы коллекционные, так что их... Вот как их... они так делают глаза, что прям это реально как выглядит как глаза? Это акриловые глаза с ресничками. Ой, эти батюшки! Ой, какая прелесть! Вот это моя вообще любимица. Это Энестель. Кукла Энестель, может, вы ее видели в мультиках. Здесь она в наряде болельщицы. Видите, у нее есть помпоны. Ага. Блин. Рассыпалась. Ой. Ну ладно, потом соберем, починим. Это ты сама ей прилила? Нет, это, вот это было, да? Сколько ей лет, скажи? Не буду врать, ну лет, наверное, 20. Это очень старая кукла, я ее купила на eBay. Совершенно случайно выиграла этот, как лотерея, аукцион. Потому что много кто, оказывается, увлекался этими куклами лет 10 назад. Как я ее купила, лет 10. И тот, кто ее продавал, у него она тоже была уже где-то примерно лет 10.
Итовая – это кукла, наверное, 2000-х годов. Энестель. Это мини. Маленькая, 10 сантиметров. А то есть 10 инчи, то есть... Больше всего меня поражают вот эти детали. Это реально носки, это реально шнурки, это реально кеды, видя, блин. Это... Со временем уже видите. Да, ну это же модно сейчас, блин. Ну вот, да, это вот Энестелька такая. И у меня есть такая же кукла Энестель, только она большая. Она получается 45 сантиметров, а вот это 28-29 сантиметров. Почему тебе это интересно? Расскажи, вот что ты к ним чувствуешь, к этим куклам? Как они тебе, кто? Просто... Не мои модели, они мои, как доченьки, наверное. Да? Как... Всю жизнь мечтала иметь дочек. А у меня родились три пацана. Вот жизнь, боль, да? Вот, именно, когда я родила третьего сына, и мне, вернее, я не родила, мне вот 5 месяцев было беременности, и мне врач говорит, что у вас новый мальчик. У меня вот такие слезы, и я так плакала горько, что у меня снова мальчишка, что у меня не девчонка. Это было прям какое-то у меня расстройство. Ну, правда, это недолго длилось, буквально недельку я там помучилась, поплакала, пострадала, а потом взяла себя в руки. Все, я извинилась перед своим пузиком, говорю, я тебя люблю и так далее. Мальчишка родился, и все, мы с ним на одной волне, у нас любовь и до сих пор. Так вот, и растем. Да. Самый маленький, самый сладенький. Я не жалею, что у меня мальчишка, но у меня вот хобби. Девчонки, да. Девчонки. Всю свою любовь. Доченьки такие, да, воплотила в кукол. Молодец, вообще умничка. Из-за этого я эти платья, вот, была бы дочка, конечно бы я это все шила дочке. Такие же наряды и так далее. А Анжи сегодня Софье предложила сшить ей платье. Да, я Софье предложила, я говорю, приедешь к нам с мамой, мы снимем мерки, выберем ткани, которые у меня дома есть, вот я все покажу. Угу. Пусть любую выберет, и я ей сшью платье, как она хочет. Модель просто мне наброски скинет, я ей сделаю. Я это предложила, и вот теперь вам надо, мама Ольга, приехать с Софьей к нам. Так. Нет, ну я просто Софейку, вот как в прошлом году я к вам приехала, полюбила ее, все. Софейка очень такая нежная, добрая девочка. А вот эта кукла 8 инчей. Это тоже Роберта Тоннера, маленькая кукла. Холидей какой-то там, не помню. Ой, я господи, ее... я уронила. Я пыталась их посадить, они падают. Просто сколько они не слушаются делала... чужую тетю, да, пьяную. Да, не имела. Ну, ты уж скажешь пьяную. Просто с куклами дела не имела, поэтому ты не знаешь. Вот это тоже маленькая красавица. Холидей 880-го, ну, как бы это, одежда в 880-м году была интересна для маленьких девочек. Вы не поверите, но у нее колготки и панталончики отдельно все сшитые. И вот эти... Сапожки тоже все сшитые, видите, отдельно. Этой кукле тоже много лет, но факт, что я сама в шоке. Извиняюсь, не докончила. Что вместо меня кто-то это пошил, да? Ты что же сама шьешь? Да, ну нет, понимаешь, чем меньше кукла, тем сложнее сшить. Конечно. Это вот детали же намного меньше, и вот эти мелкие детали... Там очень кропотливая работа и много очень ручной работы. Угу. Вот видите, у нее одежду всю можно снимать. В принципе, я тоже с такими же кнопками работаю. Ну, тут Роберт Тоннер кукла. Угу. Там ним тоже так же шила. Угу. Снять надо. Извиняюсь, оборачиваю ручки, да? Своим доченькам. Ну, да. Но факт, что все это... Да, все съемное. На мелких этих, и она обработана так, что нету бахромы никакой. Да, вообще идеальная работа. Я как дизайнер, учившийся на дизайнера, да. Да, ведь вся верложена, и все без бахромы. Я понимаю, насколько это кропотливая работа на машинке. Это еще большая кукла, это сантиметров 45 примерно, да? Ну, а на маленьких ты тоже шила что-то? Вот на таких я шила. У меня есть еще дома маленькие, красивые, вот такого размера кукла, и я на них шила одежду. Ну, опять-таки, потом я сниму видео. Вы ну понятно, конечно, Ольге, да. В комментарии, что если это кому-то видеть, будет интересно, да, я передам Анжим, она обязательно снимет для вас это видео, если есть. Со всеми своими куклами. Угу.
Ну и, конечно же, сниму мастер-класс, кому интересно, кто увлекается. Да. Видите, какая, господи, такая мелкая работа. Да, потрясающе. И нету никаких бахрам и ничего, так аккуратно все обшито. Самой. Качество. Угу. Вот этим они и славятся, эти куклы. То, что это качество, работа. И они коллекционные. Их вот издали какой-то определенный тираж, там, 1000 штук. И на этом баста, больше нету. Их найти сложно немножко. И, конечно же, коллекционеры, они за этих кукол еще борются. Так же, как и я. Так же, как и я. Правда, я в последнее время давно уже не покупаю их. А где здесь в Корее продают их вообще? Где-то нет, можно купить? Ну нет. Вот и именно что. Это все куклы я покупала с Америки. Мне не все продавцы отправляют в Корею, но я им пишу письма, очень прошу их. Угу. И они идут мне на уступки, отправляют. Ничего себе. Заранее я им пишу, до начала аукциона. Если вы отправите, я бы поучаствовала в аукционе, и они соглашаются, говорят, хорошо. Ничего себе. Угу. Мы вам отправим, участвуйте, потому что не все хотят... Вот это вот. Ничего себе, как сложно. Это не то, что пошел в магазин и купил, да? Нет, нет, потому что это же, я же говорю, опять-таки, это коллекционные куклы. И желающих их приобрести, я думаю, ну, по всему миру немало наберется. Поэтому за них бороться надо. Я их не продаю. Я их вот купила лет 10 назад, так они у меня и есть. Раньше я вообще больная была. Поэтому у меня их много накопилось. Может, штук 20, я не знаю. Это я только привезла часть. О, это было очень интересно, спасибо. Что еще у тебя есть? Ну, что еще? Ну, не знаю, я вот сейчас, почему я много не снимаю, у меня не хватает времени, потому что я учусь. Хочу выучиться на гида и получить, ну, как бы, защитить, как это, дынгрупчин по-русски, как будет? Лицензия, да. Лицензия на гида. Для работы гидом. Я сейчас учусь, занимаюсь онлайн. Очень сложно, да? Очень сложно, у меня просто башка пухнет, потому что там все только на корейском языке, и мне это нужно все переводить на русский. О, я ищу, в общем, многие там темы. Там прям история, да, про какие-то история, там здания, да, все. Нет, там не здания. Ну, там про королевские династии, как все это началось, откуда появился буддизм, с чего начался это... конфуциазм. Но это вы пока основы, сказать. Вы пока основы учите, потом будете, да, там про все эти кюнбокуны, даже надо туристам рассказывать. 1600 года, что было и так далее, да. Короче, вот это вот все мы сейчас изучаем. Я стараюсь искать информацию на русском, но то, что идет информация на корейском, это я перевожу уже на русский и пытаюсь все это здесь сохранить, потому что идут тесты. Почему ты пошла учиться и на каких условиях, расскажи? Короче, это идет у нас от государства система, помогают, ну, вот у нас мультисемья. Муж кореец, я... Мультикультурная семья? Да, мультикультурная семья. Жена иностранка? Да, я жена иностранка, муж кореец. Угу. Вообще, по идее, это только малоимущие могут воспользоваться этой, ну, как, услугой. Да, потому что... Там, бесплатное обучение, да? Бесплатное обучение. Я получаю, как это по-русски будет? Что, 3000 долларов? Да, 3000 субсидии. Да, субсидии получаешь субсидия, от государства, да. Субсидию 3000 долларов, на которые ты можешь получить, да, только образование. Только образование. Да. Я могу потратить только на учебу, которая... Профессию освоить. Да, идет от... связано, как бы взаимосвязано с государством, потому что не на любые курсы я могу подать. Ну, можно, у меня подруги там на парикмахера учатся, там нет, на какой-то. Это другое уже? Это другое, да. Это нет, другое? Это тоже можно. Но тоже выдают 3000. Да. Я помню, когда на дизайнера пошла учиться, мне тоже там предлагали, там 3000 дадим, но вы должны там в какую-то такую-то школу пойти, и я, ну, да, пошла, да, в другую. Есть. Ну, там можно очень большой список, из этого списка я выбираешь. Могу, да, выбрать то, что мне интересно. Мне в этот раз интересно было туризм, поэтому я выбрала, ну, как бы, туризм и решила отучиться на гида. Так как история, мне вообще интересна история Кореи, много, ну, как, дальше. Сама работа общения с людьми, тебе нравится это?
Общение с людьми не знаю. Вот именно. Я тоже же работала гидом какое-то время. Но, блин, потом каждый день новые люди, и нужно под всех подстраиваться. Это сложно на самом деле. Общение с людьми, не могу сказать, что это так прям. Пока не на практике, на практике ты это не попробовала пока. Но мне нравится то, что сама история, наверное. Сама история, я вот много читала историю про Россию. У меня есть целый сборник книг Анри Друя. Это про российский престол, Романовы, династия Романовых и так далее. Так, все, сейчас закругляйся, это сейчас. Да, сейчас все на этом моменте выключат видео. Да, ну все, на этом, короче. Нет, говори про чем-то другое, только не про историю. Короче, мне сама по себе я люблю историю, всяко разная. Всяко разная. Да. Мне, конечно, очень интересно именно про Корею знать. Всегда интересовалась, и вот сейчас оно пришло ко мне. Ну, на этом закруглимся. Ну, давай. Ну, в общем, учусь я за счет государства, получаю вот, как там у Накадюк, вот эти 3000 долларов, и вот я их сейчас трачу на то, что я хочу получить, да, какой-то там диплом, профессию. В общем, скоро Анджим станет знаменитым гидом или блогером. И блогером, и гидом, это вообще... Ты сама себя будешь рекламировать в блоге, это классно. Друзья, простите, у нас там целая куча детей, которые... Вот эту рубашку я ему шила. Серьезно? Да. Я думала, это геп какой-нибудь. Не, это я шила. Ну, трикотаж у меня был, и я вот скомбинировала. Вот смотрите, друзья, как это можно применить на жизни. Я думала, это геп или как минимум там. Не. Вот у Ангелины майка. За сколько там? За 60 долларов. И вот мама сшила. Да, это мама сшила. Арасул. Господи, старший брат его чем-то обидел, говорит, дай по шее, говорит, старшему брату. Я дам по шее. Так, иди сюда, мы тебе по шее дадим. Давай. А вот эти штаны, которые на старшем брате, тоже я. Да ты че? Друзья, вот смотрите. Цимина, иди гуруа. Не хочет идти. Цимина, его бади такое, вот такое. Иди гурганты, бади пуйду, Ива. Цимина. Так, все, все увидели. Проехали. Не хочет, не надо. В общем, друзья. Анджим не только круто шьет, увлекается всякими интересностями, имеет целую кучу красивых пацанят, прикольных. Она еще и круто готовит. Блин, ты расскажи, как ты готовишь. Господи, блин, ну готов. Нет! Как все, это я. Яичницу пожарить не умею. А ты готовишь как реально плов, если хотите приготовить улетный плов. Это было обалденно. Прям с удовольствием. А курочка маринованная. Прям да ладно, это она мне льстит, потому что она скромная. Вот. Так, поставьте кружку мою черную на место. Ой, вот так они бесятся. Вот так бесятся. А потом обнимаются, играются, целуются. Три сына у Анджим, да. Повторюсь, да. Она их тоже снимает у себя во влоге, так что подписывайтесь, друзья, подписывайтесь на канал моей подруги. Всех вас обнимаем, всех любим. Да, всем... я вас всех люблю. Всех... Добро пожаловать на мой канал. Пока. Пока-пока.